На заседании административной комиссии, которая состоялась 12 октября, в очередной раз были рассмотрены случаи неподобающего поведения граждан. Представители рабочей группы стараются установить причины, по которым десногорцы пренебрегают законом, и наказать виновных. В текущем составе под председательством Владимира Исаева административная комиссия работает уже 9 месяцев. За это время представители общественности провели 16 заседаний и рассмотрели 215 протоколов. Из них по статье 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории Десногорска» 64 протокола. По статье 17.5 «Неуполнение требований, установленных правилами благоустройства на территории нашего города» было рассмотрено 150 протоколов, а также протокол о торговле в неустановленных местах. Чаще всего в городе игнорируют правила благоустройства. Под эту статью закона подходит широкий круг нарушений – от неправильной парковки до ненадлежащего содержания зданий. К общему числу таких нарушений после прошедшего заседания добавилось еще 13 протоколов. Один из них в отношении индивидуального предпринимателя, который разместил в городе торговый объект, не соответствующий требованиям внешнего вида. У нас принят именно внешний вид нестационарных объектов. Принят порядком, который от июня месяца. Согласно которому вновь создаваемые нестационарные объекты должны быть уже в соответствии с нашим порядком внешний вид. Градостроительный совет текущий внешний вид торгового объекта не согласовал. Но это не помешало владельцу открыть магазин, несмотря ни на что. Теперь за скоропалительное решение ему предстоит заплатить немалый штраф – 40 тысяч рублей. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Десна ТВ.